Югорские студенты выступят в финале российской студенческой весны 2022. Накануне 30-й юбилейный конкурс творческой молодежи стартовал в Самаре. В нем примут участие более 5000 человек из регионов страны и стран ближнего зарубежья. Как отмечают организаторы, это рекордное количество. Югру представляют 76 студентов. Они покажут вокальные, танцевальные и театральные номера, модную коллекцию и региональную программу, а также поборются за награды в направлениях арт, видео и журналистика. Первые показы начнутся уже сегодня. Имена победителей озвучат 23 мая.